ежедневной прогулке с нашей чернушечкой. Конечно, гуляем мы понемногу, потому что она, ну, уже и дышит тяжело, грузные. Но косточки, конечно, размять надо. Походить, подвигаться, в снежке, будем так говорить, покопошиться. Это надо обязательно. Что я хочу сказать еще? Что, конечно, ежедневный, как вы сказали, титанический труд, да, это труд тяжелый. Потому что, ну, не всегда же мы прыгаем, скачем здесь, сколько работы, чистки вольеров, выгуле. Ну и, конечно же, общение с животными. Я считаю и считала всегда, что общение с животными – это самый основной момент, это самое главное, чтобы животинки понимали, что они кому-то нужны. Ведь в основном в приюте находятся те собачки, которых просто выбросили, предали. И вот это предательство мы стараемся загладить и вычеркнуть из памяти. Хотя, как практика показывает, то, что животные, они не помнят зла. Вот если сейчас вернется хозяин и фактически скажет, я ее забираю, который ее предал, и она его все равно простит и обязательно будет рада его приходу. Вот чем отличаются животные от людей. И люди от животных. Да, Чернуш? Наиумнейшие существа. Ну, а мы помогаем. Помогаем от всей души. И стараемся, чтобы действительно на земле было меньше зла, меньше нехороших дел. И я призываю, люди, будьте добрее. Это очень важно.